До Славянска, до автовокзала подкидываю. В Яндекс расписании вроде какой-то автобус на Москву вычислил. Выяснилось, что этого автобуса вообще в природе не существует. Зато через час, через полтора сказали, должен быть Ялта-Москва. Но только не знаю, во сколько сказали по прибытию. Вот стою, курю, караулю, и что-то подъехало. Нет, это Темрюк, Краснодар. Надо по-быстрому на ЖД вокзал передислоцироваться. Есть Новорос, Москва. Если на нем не уехать, то ночью только будет ласточка на Ростов. Это нафиг мне не надо. На станции Протока тусуюсь. Это Славянск на Кубани. Летом тут один за одним поезда. С моря на море. Анапа, Новороссийск, на Крым. А сейчас один поезд. Значит, с Крыма поезда идут где-то по другой ветке, наверное, через Краснодар. Вот и мой экспресс. Странная фигня, сколько отсюда не уезжаю. Всегда пассажирский на второй путь, а на первый к вокзалу подгонят товарняк. Вообще непонятно. И людям не пролезть через него. Отлично устроюсь. Надо было цыпленка в дорогу взять. Давно я на поезде не ездил. Вот высплюсь нормально, а то обратно в ночь ехать.
Протока совсем обмелела. Наш переезд, на котором всегда стою и матерю поезда. Уютные стали вагоны. Жаль, курить нельзя, только на станциях можно выскочить. Ростов. Наверное, пора спать рубануть. К Воронежу подъезжаем. Какое туманное утро. Воронеж. Сейчас пойду Яндекс.Такси закажу. Все проездом по трассе там, по объездной. На дальнобойщиком работать? Не-не. Так машины бывает гоняю из Москвы там. Я в этой машине тоже с Питера. С Питера? За 420 еще какая-то. Куплено за 420? Слушай, нормально. Здесь ребята вчера предлагали. Разговорчивый таджик на неплохой Мазде, да, с вокзала меня подкинул. Через час автобус Воронеж-Елец. Заказал утренний ланч с позавчерашними пирожками. Едем на выезд по утреннему Воронежу. На М4 выскочили.
Райцентр Хлевная. Едем где-то параллельно М4. Я так понимаю, это бесплатная часть М4 по всем селам. Задонск. Мост через Дон. Свернули на Елец. Воронеж не догонишь. Вот такие в Ельце дороги. Но я так понимаю, это просто объезд какого-то ремонта. Все, прибыл на место, на задворке автосервиса, забираю машинку. Сейчас проверю, заведу, позвоню ребятам, они переведут деньги хозяину сервиса и вперед. Шлифанули головку, притерли клапана, радиатор поменяли. Вроде все нормально, но все равно печка фигово греет. Наверное, забит радиатор печки. На заправочку заскочить. Первая на 700. 700? А Донской темный есть у вас? Маска есть у вас? Маска есть. Фура убралась где-то. Сюда приволокли. Не повезло кому-то. Заехал в кафеху, хоть нормально пообедать, это где-то перед Воронежем. Маслица доливаю.
Поеду по бесплатке. Один хрен с этим масложором, больше 80 ехать не стоит. Замечательные песни понравились. Ленин! На такой стояночке остановился. Это объезд Лосева. Даже горячая вода есть, руки помыть. Так, перед Ростовом еще подлить маслица надо и перекусить с кофейком.